1 сентября – День знаний и праздник первого звонка. Это долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Это праздник и для тех, кто не в первый раз сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороги. 1 сентября открылись двери всех сланцевских школ. В этом учебном году школа номер 2 в микрорайоне Лучки приветствовала 537 учеников, 57 из которых первый раз перешагнули порог школы. Директор школы номер 2 Зоя Евгеньевна Крихун приветствовала ребят и пожелала им удачи на пути к знаниям. В этот учебный год мы вступаем в год детства, который объявлен по всей Ленинградской области. Я особенно хочу поздравить тех, кто заканчивает в этом году школу, и пожелать им успехов на трудном экзаменационном пути. И поздравить особо первоклассников и их родителей, которые начинают свой школьный путь в стенах нашей школы. Исполняющий обязанности главы администрации Сланцевского муниципального района Александр Александрович Хоперский поздравил школьников и пожелал успехов в новом учебном году. Разрешите вас поздравить с началом нового учебного года. Сегодня знания нужны каждому в современном мире. Знания нужны для того, чтобы расти профессионально. Знания нужны, чтобы преодолевать те трудности, которые возникнут на вашем пути. И сегодня наша Россия – великая страна, и нам нужны крепкие, умные, талантливые люди. И они у нас есть. Это вы. Я сегодня хочу искренне поблагодарить весь коллектив школы номер 2, которые за этот короткий летний период так великолепно подготовились к нашей встрече. Спасибо им большое. А всем я желаю успехов, благополучия, доброго и мирной жизни. Праздником вас всех, сланцевчане! В этот день звучали и песни, и стихи. Одиннадцатиклассники подарили зрителям интересный оригинальный танец. Много гостей пришло в школу номер 2 на праздник. Председатель комитета по строительству правительства Ленинградской области Виталий Владимирович Жданов поздравил всех с началом учебного года. Дорогие ученики, от души поздравляю вас с началом учебного года. Желаю вам получать знания, опыт от ваших учителей. Сюрпризом для детей было появление на празднике веселых Дракоши и Мишки. Ребята рассказали, чему учат в школе, и приняли друзей в свой большой дружный коллектив. Директор сланцевской швейной фабрики, закройщик Геннадий Владимирович Петров пожелал больших побед ученикам. Ребят, успехов вам в новом учебном году. Всем учащимся также. Всех с праздником. Успехов. 2014 год объявлен в Ленинградской области годом детства. Как символ, ребята запустили в небо воздушные шары. И вот прозвенел первый звонок. Одиннадцатиклассники проводили первоклашек на первый в их жизни урок. И все ученики сегодня снова сели за свои парты. Ко всем ученикам и родителям обратилась Наталья Николаевна Цухлова, председатель комитета образования Сланцевского муниципального района. Дорогие дети, сегодня замечательный праздник, всенародный праздник, 1 сентября. Я очень хочу пожелать, чтобы вы поддержали первоклассников, которые впервые переступили порог школы. Я хочу вам сказать, уважаемые родители, все будет хорошо. Всего самого-самого доброго в новом 2014-15 учебном году.